спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В понедельник в Самарской области будет облачно и пасмурно, осадки в виде небольшого, но продолжительного снега. Днем -1, -5, ночью 8-11 градусов ниже 0. Южный и западный ветер, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно, осадки в виде снега, днем -2, ночью -11 градусов, западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, днем -3 градуса, ночью 8 ниже 0, ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, в течение дня пройдет небольшой снег, днем -3 градуса, ночью -11, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.